там, привез себе комплект того, что вы вошел в здание. Нужно сделать один к одному. На флешке все. Нашли места в этаре, все репродукции. И уже все. Ну только делать. Я уже к этому. Вот она, вот такого плана была, книжка. Мне же Кургин помогал. Свободный курс. Он на все делал мне эти фотоводы бесплатно. Она вот такого плана будет толстая. Вот такой план будет. Только она будет поменьше. Она у вас опята, и это мы делали метелицу. Ну ладно. Это мы делали ее. Это... Вот, смотрите. Так, если мы говорили о чем, то все здесь на глазах. Да. Смотрите внимательно. Вижу. Первый, второй, третий том. Угу. А там напечатано здесь. Угу. Один недостаток только. Быстро вот это стирается. Прямо никак. А нельзя заламинировать? Я хотела предложить, то есть не был винил, а бумага и ламинация. Вот это ламинат матовый. То есть его можно сделать бронзовой краской, так. Бронза, и заламинировать. Она не будет стираться. Это увеличит стоимость? А практически нет, она будет... Все, сделайте как. Напишите обязательно. Угу. Вы скажите Эдуарду Васильевичу, мы каждый день молимся за вас. Все эти годы. Игнат Тихонович, возможно, маленький тираж мы сделаем сами. Вам качество нравится наше? Мы же профессионалы. Нет, я просто боюсь этого. А чего боитесь? Я не знаю, я знаю ту... Все равно в клиенте печатали вы, все делали вы. Руководила всем процессом. Руководила, но они это делали. У них сейчас кадров-то тоже нету. Вот, значит, смотрите. Так. Так, теперь вот я флешку принес, все рисунки снять. Они в таком же порядке все расположены. 4, 5, 6, 7, 8. 5 и 8? Это сколько здесь? Так, подождите, 8 листов. 8, опять 5. 16. О, он даже, это я ему когда говорила, он посчитал всего 32 странички. А здесь будет, как вы говорили, правильно. Так, на, я вот сейчас это все печатали мы. 8. 5, 8, 40. 40. 4 жду. 240. 230 его иллюстрации, 10 и классика. Мне не надо иллюстрации, мне надо странички. Смотрите. Странички мне надо. И они все вот здесь тоже самое. Одинаковые. Одинаковые. Только вот другие. Он, значит, он что-то не то взял. Это мы же все раскрасили сами. Впервые. Это вы делали, я знаю, значит, это самое. Мы еще переписали вот эти надписи, которые плохо видать. Ночью сегодня успели сделать, я принес. Снимите копию. Ага. Так, и мы их тетрадили. Так вот запомните. Раз. Вера Александровна, с ней будет иметь дело. У меня машины нет. 3, 4. Одинаково. 8. 6, 7, 8. 8 листов. Это получается 8 листов. С той стороны 16. Тоже листов. Нет, нет, 16. Я тетрадями считаю, тетрадями. Ну, давайте, я своими этими считаю. Текст у вас на флешке. Вот нам надо сейчас потом открыть и посмотреть, какие шрифты. Совпадают со шрифтами или нет. У Эдуарда Васильевича тоже шрифтов этих нету. Так, вот какие же яркие. Я забыла уже про эти картинки. Это все мы делали. Так, а здесь у нас тоже получается. Везде 8. Одинаковые 8, тетради, 5, все 5, одинаковые 5. Эти вставки. Так, раз, два, три, 4, 5. 5. 5. 5, 8 листов, 5 и 8 это самое. 5, здесь 5, здесь точно. Здесь много вклеенных, мы посчитали 39. Стоит в библиотеке Владимира Владимировича Путина, патриарха. В Дании, когда мы были, там сразу сказали, сегодня готовы возить в Королевскую библиотеку. Вот куда вы зашли. Так, здесь у нас голубая тесьма, голубой. Мы сдавали тысячные экземпляры, понимаете? Да, тысячные. Второй раз мы передавали двухтысячные, да. Этот мы заказываем на 5. На 5 все-таки решили? Но заказ. Но вначале мы узнаем, насколько можем выкупить. И никуда ничего не девать, можете же заиздать. Деньги потому что постепенно прибывают. Так, нет, Игнат Тихонович, вам давайте, если вы значит, даже на 5, белый, я поняла. Синий, красный. Да, да, поняла. Белое не было, желтое. Игнат Тихонович, будем делать так, его можно делать заводами. Называя его потом, чтобы вы распространяли быстрее. То есть потому что сразу печатать 5 тысяч, форму сохраняем. Да.
А это самое, печатаем первый завод, как вот раньше в советское время печатали заводами. Книги большие тиражи, они делали по 1000, но все 3 тома. Вы их распространили. Следующий печатный заказ. Пока вы это делаете, мы следующий печатаем завод. Вы находите деньги еще, как говорится. То есть, чтобы вам мы по частям будем. То есть, по частям. Ну, сейчас объявили, буквально по всему миру объявили, кто желает получить, и на эту сумму получит книги. Угу. Ну, в общем, короче, пересчитывать, как, почему я вчера не стала даже этим заниматься, потому что я сама хотела узнать. Вам оставить их или взять? Оставьте, они никуда не денутся, они будут вот здесь находиться. Давайте. Я это для мне дали, это не я сам. Смотрю. Для расчета, вот это, у меня не были, вот, а он мне неправильные данные дал, 32 штуки. Мы с переездом, вот я сейчас искала, вот, но Слава куда-то вот тут убирала, я сейчас не вспомню куда. Вот они у нас оставались. Крышка где у них? Вот, крышка вот. Вот она. Значит, вот просьба это... максимально приблизить к этому, как бы не отвечали. Что здесь, заметьте? Нет, максимально-то мы сделали. Нам шиты что, сапали это самое? Все, здесь вот только другим шрифтом. Все до букв одинаково. И вот это вот будет написано издание третье внизу. И вот другой, да? Это второе у нас. Нет, я говорю, вот. Вот другой, все, вот здесь все уже. Все. Я в готовом виде принес уже. Сейчас у нас водится маленько, мы его... Так, давайте я рядом буду, скажу, какой... Ага. Папку одну... Ты скажи, сейчас. Пожалуйста, ты сейчас запустишь, да? Потом подойдешь там, отвлечешься на себя это. Откроем мы. Значит, здесь будет старый вариант, который ага. Второй вариант и который третий. Вот вы скажете, да, вы скажете все, ну как это... Отдельно, они понесли на постраничной картинке. То есть они вот так у вас здесь... Ну, сам... здесь... Нет, ну здесь у вас. Ну вот они. Все здесь. Все здесь. Все картины доходят, все здесь. Все понятно. С новыми надписями, крепкими. Там сидели день и ночь работали люди. Это в разных городах работа идет. Все хорошо, хорошо. Значит, картинки подумайте. Можно печатать их вперед, как говорится. Они вам рекламу сделаем. А? Кругление штука обязательно. Сделаем. Кругление корешка обязательно. А у нас этот станок, я у него забрала его. Мы, я помню, говорили 150 тысяч. Меня спросили, будете еще круглить? Я говорю, да. Но 150 тысяч это мы отдавали за него. Мы построили библиотеку, это наш. Скажу, Сан-Франциско. Там, говорят, таких книг у нас даже в Америке не знают. А вы помните, как я с благодарностью приехал в Торгово Васильевич, походил? Ну, а сейчас они там цех тоже сократили, потому что аренду всю, и это, и у них там сейчас, если где цех был, там типа написано ресторан, типография называется. Так, мы сейчас запишем. Так, значит, смотрите, мы, значит, что делаем? Сейчас, значит, первое, начально, значит, рассматриваем шрифты, какие у нас схожие. Если есть похожие, мы распечатаем листики, вы посмотрите, сравните. И да. Что вас устроит, то устроит. Да. Сейчас снять наш, мы увидели как. Запустит. Сейчас запустит он эти самые. Обязательно. Здесь все 3 тома, ага. От буквы до буквы. Хорошо. Но их пока не надо печатать, потому нет, что конечно. Сейчас новая корректура идет, ошибки все будем выставлять. Игнатий Тихонович, если даже, смотрите, если вы точно вот определитесь тиражом, там все, то первоначально, если всю работу вы провели с вклейками, уже вся она у вас готова, то есть надписи вы сделали, все, не торопясь. Мы их можем в тетради собрать, распечатку дать вам, вы еще распечатку посмотрите, да. Сравните, все мы это самое вы исправили. И вклейки уже, например, для какого-то части тиража, чтобы потом не торопиться, работа вот на сейчас вот каталог, вот это вот и все такое. Работа это, мы их отработали, свали, и пусть они спокойно лежат. Вот так даже можно делать. Вы ничего, не улыбайтесь, не улыбайтесь, я вам свою технологию рассказываю. Я... Давайте сейчас снимем, мы даже посмотрим. Мы сейчас только посчитали вот все то, что есть, а потом сами будете так, решать. Вот эти, которые содержимое, которые здесь, угу. Сейчас работает 3 человека. То есть они, вы там еще вносите коррективы? Е, все, где ее слышат, они е-е, а ее, мое, мое, ее, две точки сверху. Ну, это... здесь были, да? Это завещание Солженицына Александра Исаевича. Когда стали просить полное издание, он говорит одно условие. Все «е» превратить в «ё», как положено в русском языке. Угу, угу. Здесь уже у нас сейчас... много сделано «е» на «ё». Да? Ну не да. Все, да? Ну, вы видите так. Но кое-где сбила ее, там не те буквы нашли, видно, машина сбила. Ну, она, видите, это, смотря вы в чем верстали. В чем она у вас верстка? Сейчас он посмотрит. Пейджмейкер. Пейджмейкер. Это самая нехорошая программа.
Самая нехорошая программа. А? PageMaker – самая нехорошая программа. Для полиграфии. А вы напишите мне ее. Как-то сюда или занести, или что? Да-да. Ну? Да ты чё? Так, мы можем подойти? Ну, понятно. Мне можно подойти туда? Угу. Ну ладно, ладно, я это занята. Так, Искандер. Он не слышит. Сейчас. Ты, пожалуйста, это. Да ладно, я поставлю. Мы православные. Мы привыкли ставить по 8 часов. Да. Мы правоверные, мы сидим, присаживаемся. Не стойте над душой, как говорят. Так, значит, смотрите, что мы. У меня задача будет. Флешка. Флешку, пожалуйста, посмотри. Это, так, сюда. Туда. Да, книга третья. На вот эту первую, с первой начни ее. А кто? Ну, куда? Да. Так, я сейчас скажу, что... Лапкин. Лапкин. Это папка. Папка одна последняя. Да. Мы сегодня пеканочью закончили. Лапкин. Лапкин. Ну так, ты находил только это, ты находил там визитки. Визитки, ну это у нас 9-й год. Побежи, побежи. А? Я плохо слышу. Чё? Чё, говоришь, ты чё? Чё, говорю? Ну. Он не слышит. А, я говорю, папка, называть ее Лапкин, говорю. Да-да-да. У нас там визитки. Я думаю, что я сейчас, когда открою, ты там последняя папка, ее надо открывать. От слова лапа. Да-да-да-да. Так, а где же... Мы на флешке. О, вот три тома. Старый вариант, потом там новый. А вверху самый. А это видите, это уже у вас сделали. Вот она золотая. Это... Нет, еще... Золото, краска дополнительная. То есть она. Да, и вот покрыть ее ламинатом. Угу. Вот. Это вот оно выпуклое. Это да, оно вот лучше это держится, но это еще дороже немного. Вот, оно, конечно, будет это вот такие бы нарядные, ой, вернее, о, какие-то, ну, подарить кому-то, ну, или что можно там что-то вычурное делать. Ну, а так для общего, как говорится, пользования. Вот золото, и покрывается пленкой, либо можно глянцевым, ну, можно матовой. А? Вот это серебро. Нет, а это выборочная лакировка. Вот да, она в пленку, это самое, ляжет сюда, будет блестеть. Золото хорошее. Вот, ну, вот мы это самое, все это. Просто я варианты вам предложу. А вы уже сами будете выбирать, все не согласны всему. Это уже ваше будет. Вот сюда подойдите. Сейчас иду. Посмотрите как. Посмотрите. Книга первая, ага. Третье издание «Барнаул 2022». Ну как? Ну, а тут они. То же самое, да? Шрифт. А это дальше, следующая страница. Не-не-не, все, я смотрю. Вот просто. Она, смотрите. Все нормально. Нет, да? Не те. Нет, другой. Ну, все один к одному. Другой шрифт. Другой, да? Шрифт. Другой шрифт. Ну, другое она там все не пропускает. Вы устроили, это ваше все. Да, мы ничего не делаем. Я не в программе, я не лезу. Я а сейчас, если пропустите перед страницей 3, чтобы увидеть, какой там текст будет идти. Ну, все точно так же. С этой сверится, чтобы ни одной строчки не смещалось никуда. Строчки не смещались. Я не открываю программы, чтобы не вызвать конфликта. Я беру только то, что PDF, которое ничего не меняет. Вот, да, PDF, вот, если у вас... Сейчас еще вперед пример опять. Будет так выделять и курсивом жирным? Просто посмотри, что это... Без этого никак. Нет, если у вас PDF... PDF он дал, принес? Нет, поджимайки. Вот это специально. Если PDF, то уже ничего не вылетит у вас. Ну вот оно у вас же выделено курсивом-то. Еще я тебе одну страницу дайте. Не курсивом, а полужирным здесь. Вот это же вас отделяет, а Рождество Иисуса Христа было так. А потом, видите, места из Писания должны быть четко показаны. Как в этой книге. А у меня вопрос просто. Вот здесь разница шрифта не смущает? А это, там у них есть? Это другой шрифт, совершенно другой. Это такой должен быть. Почему? Да, вот оно, выделяет слова, на них особое внимание обращается. А вот это вот прямо к писанию. Стоп, стоп, одну секунду. Вот у вас есть в одном шрифте вот это, да, выделено. Другая гарнитура. Это, и другая гарнитура. Гарнитура другая. Вас не устроили, нормально это будет. Теперь еще назад. Взять. Все нормально. Хорошо. Все нормально. Все. Мы распечатаем страницы, он посмотрит.
Понятно? Ай. Распечатку сделаем, он сравнит, и если что-то скажет не так, значит мы ему... Сравни страницы, да, второй, да. Так. Ну не две, мы вам сделаем печатный лист, 16 страниц. Ну страница у меня есть, зарядите 742. У вас есть там переходить как на странице? Ну, это Ctrl нажать, а потом G. И в рамочке, пиши цифру. Сейчас другое все. Это в пейджмейкере, да, книга полностью вы открыли. Другое, это знает, кто у нас сейчас делал вторую серию. Вы мне запишите, какая сейчас должна быть серия. PDF. На бумаге где-то, щелкните. По какой программе работает все здесь? Ну это же не эта книга, да? А я говорю, а может быть еще поставлю? Ты посмотри, и первый. Я вот смотрю, вот сейчас что-то мелькнуло, да, то есть 738. Ну-ка. Текст есть. 738. Теперь так. Дальше. 4 пустых. Это что? А что это такое? Нет, еще один. Нет. Это я проверял, когда ошибки выставлял. Так они же будут в макете. Нет, вот 742. Что тут? Пусто. Пусто. 739 пусто, 742 пусто. Никак не может быть пусто. Вот. Вот мы открыли файл, который не меняется. Так, а так долго открывалось, почему оно? А ну-ка, 747. 747. Ну вот сюда, вот рядом. Вот они, 747. Оглавление дальше по порядку, до конца. До конца здесь. Еще страница, вот смотрите сюда. Угу. Вот, внизу адрес типографии. Угу. Мы все это забили. А подскажите, это в пейджмейкере, да? Ну, остальное как? У вас книга PDF. Вот это PDF? Это практически пленка. Или вы через PDF открыли его файл? Просто он у него должен быть в пейджмейкере. Ситуация просто верстал, в том, кто верстал? Что существует исходная программа, да? Вот, в которой есть все линки, все связи, соотношение шрифта. И поэтому из-за разницы Windows и разницы программы может возникнуть конфликт. Да, несмотря да. на то, что они как бы, то есть вот InDesign легко впитывает PageMaker, то есть как бы открывается, да, но есть какие-то коряки. Чтобы этого всего избежать, у нас есть требование. Предоставляйте PDF, который неменяемый файл, это практически пленка. Угу. То есть нам нужно все, что мы скорректируем, перевести в PDF и вам принести. Да, то есть исходники не нужны, то есть именно PDF. PDF, все. Чтобы нам уже, чтобы и мы никаких ошибок не наделали, и вам не заморачивались. У нас есть, конечно, контроллер для PDF, но, то есть, который помогает ему контролировать, там, поменять одну букву, что-то исправить чуть-чуть. Даже если мы в InDesign вы принесете, я вас отправлю назад, все равно. Потому что есть конфликты, уже не раз сталкивались. С этим, да, то есть отсутствующие связи и ломаются. Нам это самое главное. Сейчас, там ну, даже, попадает, там назад, даже ну, могут там возникнуть конфликты по цвету, по цвету. А они у нас эти вот яркие, насыщенные цвета. Поэтому я сейчас стою на последнем вот здесь странице. Вот последующее, перед ней. Так, подождите, я гляну, тут все заменено. Это там, где объявление. Да, это здесь не важно. Нет, тут важно, тут занятия были в университете, я вел. Убрали. Замечательно. Если правили вот это, здесь пропущенный момент, чтобы ставился перенос, и поэтому вот так растянуло. Не совсем грамотно. Ах, дальше ты. Идет у вас оглавление. А нельзя сместить в один бок? Никак нельзя? Вот это. Нет. Я поэтому и требую PDF, чтобы PDF, не было вот таких. А можно так? Можно? Возвращайтесь. Они будут разговаривать. Грамотно. Вот. Мне просто надо узнать, возможно, перед оглавлением есть 4 пустые страницы. Так, вот. Полностью. Перед оглавлением. Угу. Вот у вас оглавление, и перед ним 4 пустые страницы. Они его пустые. Для чего? Это для заметок. Нет, или что это? Нет, сбилась программа. А ну-ка второй том откройте, пожалуйста. А суть, я вытаскиваю эти страницы, а нумерация. Старая программа, и она после обновления началась все. Подождите, я не знаю, я ночью получил эту обработку. Там специалисты делали. Какой второй том? В центре России. Второй том. Ну вот он же три прислали. Новый Завет. Вы поближе будете. Так, до конца доведите там, что написано. Книга вторая. Все нормально. Книга вторая. Так, по одной страничке давайте, хотя бы раз глянем. Давайте смотреть. Сейчас посмотрим. Здесь пока ровно. Общее число 752 страницы в каждой книге.
У нас книги печатали открытым оком, 30 томов, и каждый свет. Они не знают, где свет. Посмотрел на ее ногти, говорю, вот такого и сделай, помните? Во второй все ровно. Вторая ровно забита, она полностью вся забита. Вторая полная. А там он вспомнил, надо же так, я тоже вспомнил. А, ну это понятно. Это оглавление, так и может быть. Перед оглавлением это, перед оконцовкой. Так, и третий, пожалуйста, мне покажите. Так, на корешке тоже у нас. Мы будем, и там еще корректура идет. Там ничего не изменится, только буквы заново найдем. Ну так представление есть какое. Нет, вот смотрите, нам главное... Как. Третье, смотрите, книга третья, издание третье. Ага. На первой странице. Барнаул, 2022, все как надо. Ну и так, протяните последние. Нет, последних страниц снова. А я сейчас. А то опять один. Откровение Иоанна Богослова. Дальнейшие события. Как сейчас события мировые будут располагаться? Не надо, уже хватит о них. Сил нету больше. Ни слушать, ни смотреть. У меня интервью взяли 2 дня назад. Очень интересный подход. Я ответ дал. Нет, в третьей проблем нет. У вас в первой. Первая, только первая. Только в первой. В первой пустые страницы, а в остальных нету. Как нету? В остальных все ровно. А, ровно? Да. Да, у вас проблемы только в первой. Только в первой. Хорошо. А вы можете посмотреть, как картины там где-то должны быть стоять? Как у вас там? То есть вот нам эти, надо перевести вот в PDF, вот, и в PDF все проверить. 240 регистрации. Да, да. Где-то они должны тут быть. Посмотри, тоже первый тур. И там посмотри, там должно быть. Нет, они не здесь, они в отдельной папке. Здесь их не должно быть. Все, здесь нету. Нет, это когда вы их вставите, тогда они будут. Ну, они идут по макету, они этот колонцы. Снова открыть, где вообще папка стоит, и там в папке, другой может быть папки. Я их сам закачивал. Простите, что? Обязательно, здесь так далее написано. Трехтомник новый только брали. Флешку назад. Флешку назад. Флешку отдайте. Флешку? Я же спрашивал, что забираем. Так, подожди еще. Будешь старенький, то же самое будет. Даже флешка-то не моя. Вот какое. Я сейчас никакой там. Ничего. Крики тоже забирай, потому что вот они все в книгах. Их по 80 штук есть. Я на днях получил, покажу свидетельство, вы в глаза не видали такого. Почти наверняка. Да? Даже два. Одно вообще союзное, вот такое. Посчитайте. Дай-ка ей открыто. Имеет право на льготы, установленные статьей 18 закона РСФСР. Безопасности мер политических репрессий. Политических вот на днях вот такое вот по Алтайскому краю. Посмотрите, какое красивое. Ну вот это вот уже очевиднее, которое у вас... Ну как? А кто выдавал-то вам Винтер? Кто вот такой? Оно что. Я говорю, а какая льгота? Ну если при допросе зубы выбили, бесплатно вставим. Теперь вопрос. Гюстав Дюре, четкие надписи. Доре, Гюстав. Гюстав Доре. Его и открыть. Четкие надписи? Четкие надписи или вот это? Да, четкие надписи. Это уже позавчера работа окончилась. Любой открыть. Вот смотрите, где как будет сейчас. Шикарно. Шикарно. Надо было с этим сделать. С мягкой, такой поролоновой обложкой. Я знаю, что из бумаги остались осколки только. Они же меня когда тут осудили, и надо куда-то спрятать, чтобы я не знал языка. Я разговаривал на разных языках, и меня законопатили в другое государство. Вот так. Шпионы вы все здесь. 25 только марта выпустили по половине. Как называется, помилование, но не реабилитация. 87-го, 25 марта. А уже 4 января 92-го был реабилитирован со всеми льготами. Вот видите как. Льготами пользуетесь? И ни разу. Бесплатный проезд. Ни разу не показал даже никому. Пешком ходил. Он к нам пешком ходил на Соцпроспект. Угу. Вот смотрите, сейчас откроется. Угу. Живые надписи такие, другим шрифтом сделали, а тут кое-где бледные надписи.
Но они вывороткой. Они вывороткой узкие, узкие. Видите, если бы они были на каких-то плашках, а то они на фотографиях. Это поэтому... брат Каин убивает Авеля. Тут вы рассматривали их все такие яркие. Всемирный поток. Они а все... последний мир горит в огне. Так, я просто шрифт одинаковый сделали, да? Просто дальнейшее надо... событие такое. Отменяются деньги. Отменяются деньги? Только... обмен живой? На карточке. А карточка? А, как карточка. Китай. Нажали, тебя нету. Ни продать, ни уехать, ничего нельзя. Только дома можешь сидеть, пока тебя не осудят. Второе, исчезают границы. Одно государство во всем мире будет. Воевать не с кем. И столица мира, все, я говорю, какая столица мира? Смотрите. Все, Москва. Я говорю, Москва будет сожженная в один час. 17-18 глава апокалипсиса. Путин-то знает об этом и говорит, да, ну мы погибнем, но и вы все передохнете. А мы враги как будем. Слышала? Я что-то перестала слушать. Так и говорит. Ну, хорошая надпись это. Так, смотри, это Искандер, шрифт какой? Удобно читаемый? Вот мне кажется, вот здесь, смотри, вот здесь не видно. Совсем. Ну, может, все так. Совсем не видно, не, а мне кажется, вот смотрите, вы сделали желтым, высветили, и этот самый... Ну, как есть. Как есть. Тогда ну, если вас вот устроит, что, нет, что, это что, не устроит? Не устроит? Это не устроит. Может, а что можно переделать? Нам нужно это постранично. А, нет, постранично нужно. Нет, у нас не... по резу, посмотрите, по резу. Нет, и мы сейчас, не совпад... и можем не совпасть. Наталья Исадьевич, Наталья Тихонович, подождите секундочку. Я сначала тебе спрашиваю про этот шрифт. Да, да. Он удобно читаем будет. Может, это самое сейчас... Вы не забывайте одно только, что у буквы поля, здесь полей нету. Мы знаем, знаем. Чтобы она больше подавала. Вот это надо поставить. Ну и видать, хорошо. Когда увеличит, она по-другому, значит. Я не знаю. Она раз это, шрифт желтым, и здесь желтое все. Значит, там столица. Тонкая полоска. То есть там есть обводка. Тень. Ага. Нет, не тень. Тень желтая. Там есть тень обводка. Желтая. Меня интересует. Понять, нам нужны вот эти вклейки непечатным листом. Тихо. И сохраняйте. Нет. Чего за голос схватился? Мы печатали. Ну вот сейчас то, что, сейчас то, что принесли в просмотровом. Все сохранились так, только картинки в просмотровом режиме. То есть качество? Вообще. Да, там даже 150 нет. А как мы делали? Они же картинки, они же перекрашены. Вот это все мы печатали. А можно просто картинками, да, принести? А? Картинками это самое. Что нужно? Как они у вас еще находятся? В чем? Не знаю пока. Надо посмотреть и сказать, в чем надо им принести их. Нам все равно нужно постранично, мы сами макеты будем составлять. Понимаете? Есть еще нюанс просто на подрезке. То есть здесь вот оно не бралось во внимание, что типа как напечатали, и прям мы идеально разрезаем, то есть там без подрезки, что бумага у нас не гуляет. То есть очень много технических нюансов. Мы подрезаем, а этого нет. Это именно уже тетрадка. Не надо делать такую работу. У нас две машины сейчас. В каком виде, скажите, принести картинки? Сюда. Постраничности. Также PDF постранично. Постранично PDF. Дальше. Рекомендации. Немножко увеличить обводку. Обводку. Обводку на обрезку. 2-3 миллиметра. Нет, это не смотрите, нет, это не хорошо выглядит. Оно видно здесь, вот на таком раз. Меньше. Просто шрифт здесь без осечек нормально, он читаемый. Вот у него нет тонких элементов. Он читается нормально. Сейчас, одну секунду. Я полностью скрою. Я говорю, столица мира какая будет? Не знаю, Иерусалим. И один правитель будет еврей над всем миром. 42 месяца. Всего? 3,5 года. И при нем сойдут два пророка с неба, Илья и Енох. И будут проповедовать 1260 дней. До дня уже вся проблема. Вот фу, поганое слово. Так это будет. Мы готовится Иерусалим сейчас, готовится третий храм, где самая эта як стоит. Они хотят город там строить отдельно. Ну, пока идет все так, как есть. Два пункта. Чего? Главное два пункта. Это маловато. И что сейчас вот это на городе надевает, это все подготовка. Не продать, не купить. Будет знак 666. Внутри дьявольские идут. Ну, немножко бы, конечно, все-таки.
увеличить. Чтобы они более читались. Это не на это. Ты можешь нам сейчас вот, это сам, вот это... Все пожелания там. Пожелания, да. Напишите. Сейчас мы напишем. Угу. Крики. Ты можешь что-нибудь это вот сейчас на третьем формате распечатать? Можно даже не сегодня, а попозже, когда еще посмотрим. 594 на 420 размер сейчас вот здесь. Я понимаю, что здесь это на второй формат. На третьем я запоминаю. Могу, если я. Туда отправить. Ну просто картинки, посмотри, тут они чем-то совпадают на это самое нет. Просто один есть. Реальный размер? Нет, вот этот. Я имею в виду, вот то, что мы сейчас видим, я печатаю в реальном размере или в уменьшенном? Вот в таком вот. Не войдет у тебя такое? Нет, у меня она не войдет. Ну, я тебе говорю, тогда уменьшенном. Просто посмотри, да, посмотри. Сильно? Вот это верхняя, верх подрезать, а низ не трогать, надпишем не трогать. Нет, Игнатий Иванович, это все... Ничего не тронется. Это мы другой рассуждаем. Просто показываем, видите, сравнить. Те были, которые у нас раньше. Давай. Может, они утюга в тюку приняли. 30 листов. По это 10? Вторым форматом мы печатали. Мы печатали вторым форматом. А сейчас у нас еще машина третьего формата есть. Это все будет зависеть от того, как печатать. На какой вы на машине. Китайском языке сейчас говорите. Так, от нас еще что можно добавить к этому? От вас, вот уже сказали, постранично в PDF каждая статистика. Все, вот каждую страницу в PDF нам нужно. Потому что мы ее еще растягивать. И размер еще. Так, я оставляю, смиряюсь, если это сделать, что сверху там покрыть хотите, чтобы не стиралось? Ну, я вот вам показала. Прямо совсем проходит несколько ходей, стертый. Да, ну вот этот не стертый, потому что это сам. Вот именно так. Сейчас фольга... очень некачественно может попасться. Потому что хорошего, да сейчас нам никто не посылает. У нас даже бумаги сейчас такой нет. Игнатий Ильич. Здесь у нас бумага была 65-ка, но она бумага плотная. Здесь такая должна быть. Вот она, 80-ка, видите, просвечивается вся. Нету, у нас сейчас нет бумаги. Так она цифра с той стороны будет передать. Вот такая бумага. Надо не делать. Вот. Это не вот когда научится наша девочка. Вот такая книга, вот скажите. Заранее позвоните Эдуарду Васильевичу, узнаете, как там, есть у вас бумага, нет? Это... Нет у него никакой бумаги. Значит, все отпадает там. Никак, потому что это надпись, каждый считать будет, и та будет снизу мешать. Это никак. Нет, сейчас, подождите. Намелованная фотография. Намелованная фотография, намелованная есть китайская. Вот какая она раньше была, видите, 80-ка. Вот она. Подойдите сюда. Да такая же, такая же. Пощупай, подойдите, подожди. Вот она, такая же. Она по плотности. Они, держи, они производители разные. Вот это вот она. Вот, давай. А это вот сейчас, который вот пощупай она. Пощупай еще раз. 80-ка сейчас такая, но она вот рыхлая вся. Сегодня даже писали объявление, это, вернее, говорили, что в Алтайском крае... Никак, текст весь просматривается. Какая? В Алтайском крае это самое. Так это по всей России. По-другому никак. По-другому никак. Тогда самая плотность, плотная бумага принадлежит. А сейчас созвоните сюда, Дмитриевича. Насколько у него хватит? Он в Питере. Он что? В Питере. В Питере. У него там несчастье. Несчастье. Бумага даже освещена, потому что это... Ну, вот она, офсетная бумага тоже. Нет, она видна, можно же все. Так, а вот он, это мы делали 2 года назад. Книжку. Какие-то книги могут, это никак не может быть. Каждое слово имеет... Ну, тогда надо брать эту самую, что 120-ка, она будет тяжелая. Хорошая бумага. Так она видит, что не нравится ему. Еще сравнивать. Там, смотрите, какие наши изображения. Что тут сравнивать? Ну, это живые, это фотографии. Ну, понятно. Семейные, поэтому, семейные. У нас никак. Это метелица, он нормального, его тот самый дядечка, это хороший был. Самбо. Нет, брат, отговорился. Все. Да. Как сейчас там до небес произносится. Отредактировала жена его, ну, в смысле, книгу эту всю полностью. Ну да. 750, что ли? 750 тоже страниц. Обожди, а почему она намного толще нашей? А потому что бумага потолще. Клейки тоже там. Тут 752 страницы и плюс фотографий сколько. Угу. Здесь тоже фотографии хватает. Много
фотографии. Мало, да нет. Ну, здесь черно-белые. Ну, вот такие. Плотность. Тут не книгу надо жалеть, а автора. Ну, автор, я его где знаю. Где он сейчас находится? На том свете. Ну, на том свете. Где? Есть рай, а другое место нет. Ну, я думаю, что это человек. А вот, если он не исповедовался, жил как есть, как Жириновский, там еще не светит. За него и молиться нельзя. Что, если не исповедовался? Никогда не исповедовался нигде, никогда не причащался, не вызывал священника, когда соборование было. Игра. А игра кончилась. И оказалось, вот у человека умирает, на том свете неверующих ни одного нету. В первую же минуту он видит ад, видит... Ну, это мы слышали. Это мы слышали страшно. Те, которые клинической смерти были, вышли после книгу, 2000 свидетельств. Одинаково все видят. Через трубу проносятся, потом как там есть, видят сами себе. Вот есть фильм такой «Сбежавший из ада». Там все это показано. Реально. Вот она спрашивает. Кто у нас кто-то был? Вы в клинической смерти рассказывал. А вот у нас... Клавдия Устюжанина здесь была. Нет, она говорит, не видела ничего. Кто, Клавдия? Нет, которая вот. Кто был в этом состоянии клинической смерти, говорит, я ничего не видела. Ни себя, ни никого. Я еще могу сказать. Сравнить, конечно. Так вот, это уменьшенное. Уменьшенная? Почему желтый? Да, хоть и вот. Я и говорю, почему так вы сделали желтый? Так еще на той стороне будет рисунок. Да. Ну это мы вам просто вам показали. А на всяких-то она будет лучше. Да. Она здесь будет увеличена и лучше. Вот. Желтый вообще не видно. Ну смотрите, вот почему мы и распечатки делаем. Так, подожди, сейчас я гляну. Подожди, там уходит. Это не так. Из какой трубы? А там нету помады. Вот она. Ну там нету помады, там 30 страниц. 30 это таких листов. А, полностью. И они уже разложены. Видно, нет, но... Это не все даже не белое надо, тут вообще все сливается. Вообще ничего не видно. Желтое. Белое. Так, сейчас мне надо открыть. Он хотел показать, какая по счету. Ну, посмотрите. А, он на новый завет смотрит. Это в третьем томе. Третий том, вот третий том, посмотрите. Ну, надо там сравнить. Вот это. Давайте как сравним. И что сравним? Иди сюда. Левое видно. Ну, это классика. Ну, я почему сразу обратила внимание, она не читает. Шрифт сам удобно читает, потому что он без осечек. А вот желтый, он не читается. А, с обводкой, да. Ну, обводка очень слабенькая для вот этого. То есть немножко перепадывает на желтый, и поэтому она начинает исчезать. Это учтите, я сейчас еще вот так вот их скину. То есть они на самом деле гораздо больше. То есть обводочка очень слабенькая, ее надо увеличить. Ты думаешь, что чуть-чуть. Обводка, думаешь, спасет? Спасет. Он не читается. Нет, же. Не, она создаст контраст, она создаст именно подложку. Белый надо, не желтый. Не как считаете, нужно переделывать здесь? Вот так, здесь белый. Да, делайте так. А шрифт оставляет вот этот. Шрифт, и все. Потому что мне он сразу, я сразу это обратила внимание. Но он... Игнат Тихон, что вы ищете? А вон фотография. Я не найду картинки. А зачем? Сравнить тут прямо одно с другой сфотографируешь. Да это так понятно. Это завет идет, а тут новый. Тут и так понятно. Попал сюда. Вот поэтому я постранично и говорю, потому что могут не совпадать. То есть тот, кто расставляет, он может и не знать о поворотах. Ладно, все, пошел. Игнат Тихонович, не ищите. Не надо? Не надо. Нет. Так все понятно. Она уже поняла все? Ну, надписи хорошие. Но их не видно, их надо делать белыми. Как здесь белые. Вывороткой надо делать. Гарнитуру оставлять, вот эту шрифта. Угу. Так. Это еще в первую-то нет. Я спутал, вышел. Это во втором одно, которое. Ну и ладно, вот вы так, просто... Так, подождите, я гляну все-таки. Второе. Прямо. Сейчас неплохо, если посмотрим. Вот оно. Кладите. Прямо она сразу и попала. Вот оно. Не кладите. Сравнивайте и выбирайте.
Ну да, меньше, то надо уж больше делать. Ага. Ну, сейчас мы увидим. Просто небесный. Да. Игнатий Тихович, не ищите. Вот она. Ну, уже посмотрели. Ну, тут вообще черным. А чёрным. Здесь черным сделано. Ну, понятно, как сделали, так и. Тут вообще ничего не видно. В общем, нашли. Ну, это побольше. Так мы не на это смотрим. Это и будет больше она. Это у нас машина здесь, ну, да. Она не позволяет больше сделать. Тогда мы сравнили. Короче, вот этот надпись листик тоже забираете, не сравниваете текста, угу. Останавливаете. Это Екатерина делала у него. Вот. Угу. Это ну, он показывает, вот что дело, сочетание идет это, цифры, и офсета, она практически угу. одинаковая. То есть у нас цифровая настроена машина на то, что мы... Так, это мне оставьте. Оставляю. Сейчас я завершу. Так, давайте там поговорим, а цены запишем здесь. Цены. Цены я сейчас не посчитаю. Потом. Мне долго надо сейчас сидеть, программу открываю. Вы мне сейчас нам что нужно сделать? Нам сейчас нужно определиться с тиражами. Мы с вами уже предварительные расчеты делали, но Эдуард Васильевич сказал, что в каждой книге 32 страницы всего вклеек, а у вас их больше. Поэтому надо сейчас ему, вот он это вот завтра, он сейчас, завтра. Меня спрашивает конкретная цена, четко, от которой уже не отойдете. Вот почему я и просила, принесите, сейчас. Говорю, мне хотя бы. А вы никогда не задумывались, вот когда вы сколько мне, вы же главный издатель. Без вас я издал только симфонию на неканонические книги в Новосибирске. Почему я никогда не просил, что ну везде какая-то льгота там, угу. А вы назначали цену, и я всегда соглашался. Почему? Потому что это да важно. Потому что я полностью вам доверяю. Нет. Вот какая причина. Мы прекрасно знаем, у нас, как говорится, многие доверяют, и вы столько с нами работали. Мы уже сроднились. Но ведь вы издали-то не просто так, а 37 книг. Это не игра какая-то. Еще там было. Вы не 37 книг, а вы по тиражам считаете, сколько тысяч. Мне сейчас главное, чтобы посчитать реальные, какие все-таки, чтобы не выходить. До 5, например, тысяч. Я посчитаю, вы сами смотрите. Так, лично вам передам. Вам передаю, лично мне отдадите. Да. Это не мое, мне дали, привезли. Игнатий Тихонович, никуда не денусь, я потом приеду, вам привезу их. Ну ладно. И все-таки надо нам сейчас, давайте оцени. На бумажку конкретную. Так, подождите. Значит, общий тираж 5 тысяч. Общий? А раз в каждом тираже, одном 3, это 15 тысяч. Все-таки вы склоняетесь на это самое. Все-таки склоняйтесь по 5 тысяч, то есть общий тираж 15 тысяч. 5 тысяч – это тираж. Но так как в одну уходит 3 книги, умножаю на 3, сколько книг будет? Все, я поняла. 5 тысяч трехтомников. Вот покажите теперь, на нее рассчитывать. Нет, мы только начали. На 1000, может быть, ну, 900 там хотя бы мы уже набрали. Ну, может быть, на это... Сколько будет предоплата? Запишите мне все на бумажку. Все, давайте. Давайте, садим сюда. Иди сюда. Это один из самых важных вопросов. Все остальное в течение недели можно поправить. Поправить я все посчитаю. Бумажный комбинат это уничтожили, а Китай миллионы кубометров вводит туда древесину. Так, сейчас я вам скажу. Так. Стоимость. Издание трех. Нет, я это самое ориентировочно буду писать. Книга. У нас прямо молится о трехтомнике. Так, книга 752 страницы ЧБ. Так, плюс вклейки. Вклейки. Значит, у нас 16 страниц. Так, умножить на 5. 80 страниц. Каждое разделить на 8. 10. Так, плюс вклейки. 80 страниц вклеек.
4 плюс 4. Неловко. Так, а здесь 752 страницы, бумага, офсет. 80 грамм. Так. Так, переплет. У меня записано, что вы по телефону говорили там на три книги сколько. Переплет 7БЦ. Так, 7БЦ, целлофанированный. Mm-hmm. То есть делаем расчет делать на бум-винил, как было, или все-таки делаем бронзу и ламинат? Ламинат. Тогда 7БЦ. Так, тогда у нас обложку надо будет просто ее красить. Каким цветом обложка будет? Все то же самое. Что? Обложка красный? Все то же самое. То же самое, да? Один в один. Так. 7БЦ 5 плюс 1. 5 плюс 1. Так, это у нас красочность. Плюс ламинат. Так. Ламинат делаем матовый или глянцевый? Матовый. Сколько будет стоить одна книга? А потом умножить на 3, сколько комплект? Так, ламинат матовый. Так, все-таки я, Игнат Тихонович, буду считать и 1000, и 2000, и 3000 посчитаю, и 5000 посчитаю комплектов. Вот эти вот 4 цифры я вам дам. Вот я даже приблизительно вам сейчас скажу, сколько идет на материал на один том просто. Значит, одна книга стоит, а потом сколько один экземпляр из трех книг? Сейчас. Присядьте, не это самое. Присядьте, Игнат Тихонович. Нет, не сяду. Легче держать. Разделить на 16. Получается 47. 47 листов А второго формата умножить на 1000. По объему самые большие ресурсы у нас. 200 это с браком. Так, 47. Все, там решите вам подарить на 3 минуточку. На обратной стороне посмотрите, какая идея. Главное в России это воспитание детей. Я начал делать директор 45 лет детей. Без помощи государства, на копейки, 1000 детей подняли. Студия строит православную деревню на Алтае. Нельзя взять 1000 рублей, материться, воровать. 203 тысячи. Еще для вас. И на обратной стороне все. По скайпу со мной можете связаться в течение 1 минуты. 203 тысячи. 203 тысячи. Так, дальше. Вклейки. Вклейки. Так, 80. Так, 80 страниц. 80 страниц. 10. Так, 10. 1200 умножить на 10. 1200 умножить на 10. 12 тысяч. 12 тысяч умножаем. Так, 115-шка, сколько там она у нас? Это, Оля, скажи, 115-шка глянцевая, сколько стоит третий формат? 3,30. А, 3,30? Угу. Стандартная. Угу. Когда мне звоните, не забывайте. Первые слова называйте, кто вы, иначе связи нету. Зоя Космодемьянская. А то далеко, это ничего нет. Так, дальше. Сразу фамилия и где работаете. Чтобы я знал, что это подделка. Вот так вот. Остальные данные. Так, все яркие формы. Ага, формы. Так, формы, значит, у нас получается 47 листов умножаем на 2. Лицо оборот. 94 второго формата, а 2, 94 пластины. Умножаем на... Не ошибайтесь. Так вы мне стоите над душой. Ну, примерно сколько предоплаты? Я примерно вам материал... Игнат Тихонович, вы мешаете. Хорошо. Когда вы вспомнишь, скажешь, а что ж не задал вопрос? А она позвонит мне и скажет, спросит. Все вопросы по телефону. В эту бумажку включить все надо. Нет, да как же я ее включу предварительно? Я вам потом все запишу эти данные. Игнат Тихонович, все тысячи. Так, дальше маленькие формы. Так, время. 10 на 8, 80 форм. 80 умножить. Тысяч, да.
все 2000 это только пластины. Я самый основной, самый старший основной материал. Дальше что у нас еще? Это я пока рассчитываю, сколько на 1000 у меня есть какой-то материал, который увеличивается пропорционально в 2 раза в зависимости от количества, от тиража. Так, получается бумага. Можно задать, пожалуйста? Угу. Одна книга сколько стоит? Я еще не могу. Давайте. Это только основные материалы. 45, еще раз 45 тысяч, плюс 75 тысяч, плюс 40 тысяч, плюс 23 тысячи. Так, 360. Так, 360 тысяч. Это основные материалы. Так, это основные материалы на. Ну, как я вам говорила, где получается? На 1000 экземпляров у нас вот она выходит, одна книжка, на 1008 рублей. Ну, это в среднем так вот взяла, там эти краска, эти все остальные, эти все эти тесемочки, и работа там вся сидит в рублении. Вот грубо, при 1000 тираже около 3 миллионов. Так вот чисто выходит тираж. Игнатий Тихонович? Да. 1000? 3000. Если тираж 1000, то трехтомник будет стоить 3000 рублей. При тираже 1000. 1000 экземпляров. Да, 3 книги вместе. 3 книги вместе. Так, у меня, одна книга 1000 рублей. Одна книга, полный комплект, 3 книги. Запишите здесь, вот самое главное, прям печатными буквами. Вот записи, потому что я-то записи. Должен отчитываться, не мои деньги-то. Давайте, давайте. Комплект из 3 книг стоит. Ну, я хотела вам 4 все суммы. Пожалуйста. Вот здесь, вот прямо здесь запишите. Напишите. Комплект из 3 книг стоит. Хорошо, 2000. Давайте я все-таки. Ну и не туда, и не сюда уже. Книга. Все, закрепляем. Так ну, оно не закрепится, у нас и завтра цену повысят. 752 страницы плюс. 80 дату, страниц клеек. Да, да, что на сегодня. Да. Да. Я что здесь напишу? 80 клеек. Переплет. Переплет 7BC. Матовый. Матовый. Краски, значит, это самое. Золото будет этим. Так, самый малый тираж сейчас в начале. Какой мы можем заказать? 1000. 1000, да? Экземпляр. Ну, 1000, так напишите, сколько предоплату надо на нее. Так, переплет 7BC матовый. 5, потому что 21. Когда те книги сдавал, я ни с кем не советовался, все сам делал. Ну, понятно. А сейчас мне надо 10 раз утверждать, спрашивать, 1000. Просить. У меня ничего нету, кроме минимальной пенсии. За 35 лет трудового стажа. На 3 тома. Мне же не давали работать, а 40 лет пещи ложил по стране. 1000, так.
работал прорабом, выкинули, и все. Один нас приняли на работу, что? Вторую смену, я выхожу, он кричит, подойди сюда, и в окно вышел, он пошел отсюда, со двора. Вот были какие времена. Трудовая книжка летит, подобрал и пошел. А которые освободились из тюрьмы-то, их же устраивать надо на работу. И со мной один ездит, майор тут был, железнодорожного района. Всех устроил, меня нигде не может. Ну что, КГБ давило. А сейчас хорошие отношения со всеми, с КГБ. Я «Архипелаг ГУЛАГ» в первой стране издал. А сейчас показывает вдова Солженицына, Наталья Дмитриевна с Путиным стоят, обсуждают, какой том впереди преподавать в университетах. А тогда произнести нельзя было. Брал интервью репрессированных. Материалы. Было две статьи уголовных. Сейчас ни одной нет, все убрали. Иначе, говорит, надо судить весь Верховный Совет. Ладно, меня вела МГБ, московская КГБ. Даже домой отправить, и туда ли офицера, чтобы до дома довез. Там дисциплина не такая. Обучение шить 20 минут. Каждый день 2, 20 на пупайках шибы были шиты. А уходят с черенком от лопаты, учат. Не приведи Господь кому. Ну, когда убивали, не писали, убивали других. Меня красный уголок. Проси, иди там, посиди пока, чтобы ничего не видел. Я вышел, сказал, буду в Центральный комитет сразу сообщать. Ну, ваше дело. Лагерь полностью расформировали. Свидание осталось. Это как-то Жириновский говорит, почему Достоевский такой известный был? Потому что 10 лет отсидел в лагерях. Сажать надо весь Верховный Совет. И будут умные люди, писатели. Так, вот они, примерно 60%. Здесь написано вот это, да, самое. Прекрасно. Смотрите, давайте число напишу. Я сейчас здесь имею. Вот число, да, число никакое у нас. Да, распишите. 12-го. Число и расписка. 04-е и... 16-го. Еще бы лучше, если печать поставили. Мне потом Эдуард Васильевич поставит печать за мои писанины. Мне давать надо. Это не документ. Я новые документы все фотографировал, отправил. Ага. Я вас вам дал. Не надо, пока не надо резать. Сейчас мы все решим, потому что меня сейчас Игнатий Тихонович говорит, так, сейчас я не могу ничего тебе сказать. Ну, да нет, я привезу сейчас. Для меня это документ. Он все равно делает. Еще для меня такого ничего не делаешь. Приезжайте. Не помню, как я не... Зачем? Он даже не звонит и не беспокоится. Мне хорошо. То на одной все? Нет. А те расчеты не надо было мне? Дайте. Нет. Ну, разрешите, дайте это, я потом буду сверяться. Все. Давай. Спасибо. Так, подождите. Так, вы не сказали, вы поймете? Предоплату на 1000 экземпляров. Вот, я написала предоплату, вот материалы вот эти, которые я перечислила, которые надо, которые без них книга не начинается делать, вот они занимают от общей суммы где-то 60%. Ага. А вы включили сюда закладки? Какого цвета? Закладки, они все вот здесь в материалах. Все там включено. Там вы все напишите потом. И я сверху, расчета, чтобы не стиралось, тоже написать надо. 7БЦ мы согласовали, какой. Бронза будет. Бронза и плюс это ламинат. Если у вас будет бумага, как мы говорим, вы никуда ее сразу на нас... У нас принцип такой, знаете какой? Мы закупили бумагу, например, 6 месяцев назад, заказчик нам платил деньги. Мы сразу закупили по той цене, которая была. И она у меня сейчас на складе до сих пор стоит. Вот она, на этот каталог. Я не беру бумагу, согласованную с заказчиком. Это мое кредо жизненное. Я никогда не... Вот изданное, допустим, у Эдуарда Васильевича и у вас книги, они будут отличаться? А отличаться даже, я думаю, что наши качества. Там-то лучше. Эти большая типография, цеха. Нет, вот сейчас там большие вот эти. Лучше будут. А? Лучше будут. Наши там книги-то смотрите. Наши, ну, посмотрите. Ну, она торгует. Что нас скажут хуже? Тут пока понятно. Я как бы против своего друга говорит. Мы дружим 40 лет. Я не кричу, как Жириновский. Я спокойно разговариваю.
Я ему говорю, Эдуард Васильевич, говорю, слушай, говорю, если большой тираж, говорю, мы не потянем. Вы сейчас поняли, что я не хозяин здесь, да. Я только навожу. Ради бога. Я говорю, не, я не говорю, это самое. Говорю, будем если тысячный тираж, я потяну. Во сколько встаете? Я в 5, в 6. У нас в 4:40 всегда подъем, всегда. А я встаю всегда где-то 3 часа, чтобы разобрать почту по интернету. У меня 3 канала, только на одном канале 22 500 роликов своих и 67 миллионов просмотров. Я всегда удивлялась вам, сейчас еще больше. Ну что, все? Так что вы это...